Тушение огня и спасение людей из задымленного помещения – для них обычное дело. Вот и сегодня работа ведется по знакомой схеме. Есть лишь одно «но» – реальная угроза отсутствует. Скоро наступят долгожданные новогодние праздники, и театр станет центром притяжения для огромного количества людей. В избежание проблем в случае экстренной ситуации руководство Самарского академического театра оперы и балета совместно с Главным управлением МЧС России приняли решение о необходимости проведения пожарно-тактических учений. Основные цели, которые мы ставим на учениях, это проверка работоспособности системы оповещения, порядок организации эвакуации зрителей и персонала театра, действия пожарных подразделений по обнаружению, по локализации, ликвидации очага пожара, а также действия пожарных подразделений. Подобные тактические учения способствуют усовершенствованию профессиональных навыков личного состава при тушении пожара на объекте с массовым пребыванием людей. В учениях приняло участие 85 человек и 17 единиц техники. Пожарные учения – тренировка не только для сотрудников безопасности, но и для работников театра, ответственных за пожарную безопасность. Первая наша основная цель – это обеспечить безопасность жизни и здоровья людей, которые работают в этом здании и которые приходят на спектакли, концерты и театрально-концертные мероприятия. Вот. Поэтому совместно с сотрудниками мы приняли такое решение, и наша основная цель – довести до автоматизма действия людей. В штате театра насчитывается около 800 сотрудников, в здании – около 1000 зрительских мест. Отработка схемы взаимодействия дежурного персонала и администрации театра, аварийных служб и служб жизнеобеспечения города необходимы. Пожарно-тактические учения прошли успешно, работа велась слаженно и продуманно, отметили в областном главке МЧС. В дальнейшем такие учения планируют проводить каждые полгода. Александра Гусева, Николай Сидоров, «События».